Всем привет! Сегодня видео о монтаже теплого пола в одноэтажном кирпичном доме. У нас в доме комбинированная система отопления. Помимо радиаторов мы решили сделать теплый пол. Но теплый пол будет не во всех комнатах. Теплый пол будет в кухне, в общем, где мы сейчас находимся, где установлен котел. Теплый пол будет в коридоре. Теплый пол будет в ванной комнате. И также будет в зале. В спальне теплого пола не будет. Монтаж теплого пола мы произвели на черновую стяжку. Ее уровень на 6 см меньше чистовой стяжки. Так как в спальнях нет теплого пола, соответственно, ниже того уровня. Там чистовая стяжка в спальнях. Процесс монтажа начался с того, что поверхность чистовой стяжки очистили от наплывов. В процессе штукатурки падало. Все это убрали и зачистили. Потом по всему периметру комнат мы наклеили демпферную ленту. Она служит для компенсации тепловых расширений. В процессе работы теплого пола бетон будет расширяться, и демпферная лента служит для гашения этих колебаний. То есть в зимний период она будет сужаться, когда расширяется бетон, а в летнее будет в исходное положение. Тем самым бетон расширяется, демпферная лента сужается, и из-за этого стяжка не будет трескаться. В качестве демпферной ленты мы использовали полоски, нарезанные от упаковочного материала. Вот в них была упакована мебель, толщиной она где-то 5 мм, шириной полоски нарезали 6-7 см. К стене ленту мы приклеивали с помощью силикона. После того, как по всему периметру комнаты, где будет теплый пол, мы стали укладывать на пол фольгинированную изоляцию. Это изолон толщиной 5 мм. Между собой он шириной по метру, между собой мы его просто склеили скотчем. Изолон мы укладывали лишь в тех местах, где будут лежать трубы теплого пола для отражения теплового излучения от труб. Трубы не идут не по всему периметру, то есть есть отступы, там будет где стоять мебель, смысла этого теплого пола нету, поэтому там трубы не укладывали. Это вот в зале мы по 60 отступили от трех стен. И в ванной. В ванной комнате сделали тоже отступы, где будет установлена сама ванна, где будет установлен унитаз, рукомойник, стиральная машина. Тут тоже теплого пола нет, труб. Так же, как и в кухне. В кухне тоже сделали большие отступы, где будет установлен кухонный гарнитур. 60 см отступали и изоляцию не укладывали на эти места. Для удобства крепления трубы к полу уложили на изолон сетку в картах ИЧЯ 100 на 100 и 150 на 150. Сетку закрепили черновой стяжке при помощи дюпелей, самореза, и на саморезы накручивали вязальную проволоку. Вот мы ее так привязали.
Потом мы приступили к укладке самой трубы. Труба у нас с кислородным барьером. Коллектора теплого пола прямая и обратка у нас на 4 контура. И, соответственно, бухта 200 метров была поделена на 4. Каждый контур у нас плюс-минус где-то 50 метров. То есть большой разницы между длинами каждого контура нет. Они примерно одинаковые. Чтобы не было больших перепадов, чтобы не было проблем потом с настройкой этого теплого пола. Крепили трубы к сетке при помощи пластиковых хомутов. Через каждые 30-40 сантиметров. Укладку труб производили одиночным змеевиком. То есть труба, выходя из коллектора, шла змеевиком. И когда метраж трубы подходил ближе к 50 метрам, вот,
вышел с коллектора из кухни, заходит в ванную, переходит в зал. Когда длина трубы подходила ближе к 50 метрам, возвращались в обратный коллектор. Шаг укладки трубы лежит в диапазоне 20-30 сантиметров. На кухне вот 23 сантиметра, 24 сантиметра. В зале диапазон чуть больше. В коридоре даже вот 18, есть вот 15 сантиметров. В зале тоже 25. Выход трубы из часовой стяжки обернули изоляцией для защиты труб от линейного растяжения. Следующий шаг – это была опрессовка. Запитали систему водой и проверили на утечке и дефект уложенной трубы. При заполнении системы спустили воздух через воздухоотводчик обратного коллектора, а запитку делали через коллектор подачи. Подключили насос теплого пола, то есть сделали провод самодельный к нему, потом спустили воздух через эту пробку, и вот насос так включили его в сеть. Он так сейчас прокачивает воду по трубам теплого пола. Завтра мы будем делать часовую стяжку, и поэтому мы вот хотим проверить их на герметичность, нет ли утечек, целостность трубы проверить, а завтра все это зальем стяжкой. Стяжка будет цементно-песчаная. Вот, собственно, этим мы сегодня и будем заниматься. В углах комнат мы отбили уровень чистовой стяжки, забили дюпеля и закрутили саморезы. По этим саморезам мы натянули леску. Вот сейчас в зале натянута леска. Вот. И по натянутым лескам с помощью профильной трубы мы сейчас будем делать стяжку.
мешалка сломалась, поэтому месить будем вручную. Пропорции 1 к 3. На ведро цемента. 3 ведра песка. Остается небольшой участок коридора, сейчас как раз занимаемся. И вот раствор остался. Месили мы пятером. И по времени ушел весь день. Последние штрихи. Если вам понравилось видео, ставьте лайк.